Меня ударили, напомнили. Почувствовал, да? Да. Удары несут силу, как без замаха. Вот он идет, удар. Но дальше не буду, потому что сейчас буду собирать и буду потом вкладывать. Если я буду, конечно, менять углы, я где-то отсюда раз задал, видишь, у тебя из головы вышло. Заторможен мы через удар, мы раз его, если мы его где-то чуть пригрузили. То есть ударами можно управлять психикой. Есть такое понятие психосоматика. Да? В жизни нанес без защитных средств удар по печени, да, дальше кровоизлияние, человек умер. Это вариант, я его раскрывал. Я его или же раскрываю, или же блокирую. Если блокирую, блокирую, дальше выхожу. Второй вариант, я его раскрываю. На этом движении я ему цепляю. Вот смотри, вот у тебя идет, допустим, вот левый идет левый и правый, левый, да, двоечка. Раз, проводишь двоечку. Опа, прилетело, да? А отсюда, допустим, перешел на какой-то бросок, но нужно понимать, что я-то движение сейчас остановил. Но, в принципе, я, у меня удар поставлен. В принципе, я могу с удара снести. Раз, два, бам, опа. Здесь показал. То, что я показал здесь, это приходило вот сюда. Бам. Дальше. Но вы или же перешли на удушающий, или на... Это мягкая работа. Я просто... Ну, я сейчас даже не... Я просто показал. В реальности это был бы удар. Я просто... Еще раз. Раз. Ну, дальше какие-то уже любые техники, которые будут работать. Смотрите, ему идет. Я или же отсюда наношу, но плюс ко всему у меня четко работает связка. Проведи двоечку. Еще раз. Вот. Левый, правый. Еще раз. Раз, два. Опа! То, что я сейчас показал сюда, оно пришло бы вот сюда. Вот, да. Вот идет. Да, поехали. Это самые лучшие техники, которые есть в мире смешанных единоборств, ударной, борцовской, удушающей техники, но адаптированные для уличной самообороны. Я его контролирую головой. Теперь, вот, опять же, вот здесь она должна стоять, вот здесь идет на сонную артерию. Вот она идет. Здесь садимся, здесь уходим на кувырок и уходим. Я создал. Теперь мне нужно резко сразу назад, вниз. И вот уже все. Назад и в принципе. Лечишь, лечишь. Оу. Значит, потянул. Да, я... Заснул. Заснул? Заснул.